Коронавирус должен быть повержен, и да поможет нам воля и разум. Так сегодня можно переосмыслить эту песню группы «Ария». Кто бы мог подумать еще прошлым декабрем, что практически все праздники и значимые события в 2020 году мы будем отмечать онлайн, самоизолировавшись дома. Всеми любимый и долгожданный Новый год, к сожалению, тоже не станет исключением. Правда, как можно его отпраздновать по интернету, в голове не очень укладывается. Но Управление культуры города Черкесска нашло способ. В мир новогодних сказок унесут яркие театрализованные представления, которые уже совсем скоро будут представлены на официальном аккаунте ведомства в Instagram. В эти дни полным ходом идут репетиции. Наша мюзикл-сказка «Щелкунчик» позволит и детям, и взрослым окунуться в атмосферу сказки. А наш большой концерт с участием учащихся музыкальных школ наших подведомственных учреждений, а также творческих коллективов Дворца культуры, Центра культурного развития поднимет настроение и взрослым, и детям, придаст нашему празднику веселое, задорное настроение. Прочувствовать веселье, задор и обратную реакцию зрителей артистам и творческим коллективам, конечно, будет трудновато, выступая перед пустым зрительным залом. Чтобы добавить эффект присутствия и интерактивности, Управление культуры в ближайшем будущем планирует проводить представления в режиме реального времени. Для обеспечения качественных прямых трансляций уже заказали специальные видеокамеры. Так как мы работаем в новом, нетрадиционном формате, чтобы у нас было качество съемки и объем, который можно было бы транслировать как можно дольше наши концерты, возможно, даже с перспективой трансляции в онлайн в прямом эфире. Поэтому мы хотим, да, планируем в ближайшее время приобрести видеокамеру, которая, я думаю, будет для нас очень большим подспорьем. Отмененных из-за запрета массовых мероприятий елок, конечно, будет не хватать, но с другой стороны, Новый год – семейный праздник. Дети уже украшают окна своих домов, и раз уж есть такая возможность собраться родным всем вместе и посмотреть представление в исполнении местных артистов, то почему бы ей не воспользоваться? Один из таких онлайн-концертов под названием «Молодежь против наркотиков» прошел совсем недавно. Свою программу на нем представила вокально-инструментальная группа детской школы искусств города Черкесска. Полная запись мероприятия еще не опубликована, но у нас есть возможность показать несколько фрагментов концерта. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.